Попробуем, но сложно, капец, с этими возвышениями. Может, я наверное, не буду усиленную карай брать сейчас. Она что-то какая-то безумно сильная. А, кстати, а какое усиление я взял? Блин, деньги с маусеров бесполезные. Как будто бы лучше бы что-то... О! Особые атаки и оружие накладывают жижу. Угу. Лучше, наверное, просто обычные атаки взять. Да давай так. Поехали. Хотя кьюшкой быстро можно накладывать. Удар-то хороший такой. Может быть, постараться в этот раз прям в один тип билда пойти. То есть прям взять реликвию на... Увеличенный шанс жижи. И в нее прям вкачу. А, смотрите-ка, монетки начали давать. Прикол. Ха. Но при этом не дали обычные монеты. Может, после этого забега все-таки алтарь ее сработает. У нее пассивка и мультиатаки? Не, 4% скорее всего прокнуло. Десят монет дракона. Портал защиты. Здоровье врагов полностью становится щитом. Нет, если я только не пойду в эти утромские уроны. Я как будто бы не собираюсь. Нестабильная канистра, 60 урона ближайшим врагам. Также все ближайшие враги получают 3 жижи. Но это вместо бессмертия. Лучше просто хлам возьму. Футы бросили челлендж. Ну, футы, ладно. Попробуем. Бешеные крысы. Ага, ну мы их уже побеждали. Чисто один из простеньких боссов. Если бы это были футы, было бы сложнее, да? Блин, как будто бы все-таки не с базовых атак надо было брать ядика, а на кьюшке. Может, нет. Самый лучший яд это, ну, как у нас было в победном забеге, накладывать его этой последней атакой финишером. Как будто бы. Добить пара так всего. Угу. Еще без урона. Без урона. Да 5 же этих монет насыпали. Окей. Никогда не дэшится после битвы. Никогда. Добивание активирует удар мастера. Своим удар вашу серию дополнительно физический. Давай попробуем.
Может быть, я сейчас найду вот эту вот тычку добиванием. Враги двигаются быстрее. Да не буду я это брать, капец. Я боюсь на эти возвышения идти, они жесть какие сложные. Это старая или новая? Ей плюс-минус год, но раньше она была на этих, на мобилках и на портал краденой пиццы. Уменьшенное лечение. Нет, спасибо. Я голодный. А, и на свече еще была игруха. Слушайте, мне кажется, здесь реально должны быть бессмертные билды, типа два заряда Ешки плюс быстрая зарядка. Да. Каждая вторая наносит тромбский. Вы не используете особо... Если вы используете особое или оружие, следующая атака становится добиванием. А. Вот это для меня звучит круто. Была на свече, а теперь на твиче. Ну да, со свеча же никто не стримит, правильно? Так, ну-ка. Шанс удвоить ниндзя-скиллы. Попробуем. Сейчас, где оно? Ниндзя. Выбор ниндзя. Попробуем из магазина удвоить. Скорее всего, не сработает. Мне кажется, это только найденные. Вряд ли так должно работать. Что-то все очень слабое. Давай заряд рывка возьмем. Че, у меня их 4? Офигеть, можно дашить. Хватит ли мне урона на босса? У меня есть немножко ядика. Монет больше заработать, да? Ладно, давай, я уже знаю его атаки плюс-минус. Но тут, конечно, по 30 хп может терять. Кто из черепашек, по-твоему, самый крутой? Ну, по обилкам, мне кажется, фиолетовый. А вот их имена я все еще запомнить не могу. Сказать, что урон прям появился, как по сравнению с предыдущим забегом. А где моя атака становится добиванием, удар мастера какой-то там? Вроде бы после обилки должен срабатывать. Не, это Донателло. Да ладно. Мы же уже на предыдущем стриме выяснили, что я не знаю, как их зовут. Плюс 35. А это как будто бы этот утромский урон, разве нет? Ну, может быть, это оно, да. Чтобы крыса не дамажит, и можно ее в целом не бить, потихоньку сама умрет. Вот кто гача заказывал? Вот, есть, видите, все работает.
по ядику случайно прошелся. Все, крыса помирала, что ли? Ну что, 35 урона, да, дополнительных мало как-то совсем. И 2 урона от яда пока совсем плохо. Блин, стоит ли это супер медленная битва того, чтобы я вот ее улучшил, да? Ну, усложнил. Просто ради меты. Мету надо накачивать. Игра капец сложная стала. Может быть и стоит. Да, это вот эти 30 урона. Дармастера. Финально. Это релиз, да, тут полноценный, я думаю, здесь есть. Здесь есть, скорее всего, true концовка. Где мы действительно спасаем Сплинтер. О, красиво. 79 урона с нихера. Просто потому, что он появился, а я уже потратил свои дэши. Да, ну я уже нажал. Ну, я больше никогда не буду драться с усиленным боссом первого акта. И с усиленным боссом второго акта. И с усиленным боссом третьего акта, наверное, тоже. А вот со Шреддером усиленным, может быть, подеремся просто... круто. Просто чтобы, я не знаю, хорошую концовку получить, если это так работает. Какая жесть просто. Какие 70 урона. В общем, на чуть-чуть как бы отвлекся. Когда тебя с трех тычек, блин, убивают. Я как будто, знаете, в эти возвышения Виндблоуна попал. Просто мало мета. Интересно, есть ли мета на понижение получаемого урона? По-моему, я там такую не видел, но... Там на второй фазе надо вообще хер забить на крыс, короче. Их атаки доджить исключительно крокодила. Потому что крысы дамажат примерно по 2, а он по 79. Да? Ну капец. Водичка еще это по 15, блин. Не так-то слабо. Ну, помрешь, умрешь.
Я отпрокаю этот критов, или там... Не, там просто шанс наложения 25% или что такое. Да. 90-90. Ну, цифры большие, но ну, нет, он того не стоит. А пицца автоматически съелась, походу. Жестко. You'd think there'd be a faster way to the rooftops, but alas. Шанс на град ударов, чтобы чаще всякие ядики, да, накладывать. На пикселях хп проходит. Ну, здесь полоска плохо нарисована. На самом деле. You know, maybe we'll see some new Mouser models. Может, мы увидим новые Mouser модели, ага. Не, ну, кстати, может быть и увидим, потому что нового ниндзю я увидел, вот этого серого. Может и правда увидим. Какой-то момент. Чистая Хейдес? Ну, по боёчке плюс-минус. Усиление выбор бонусов тоже. Сюжет, наличие диалогов всяких. Старались скопировать. Получилось. Ну, получилось как получилось. Как получилось. Особенно для мобилки очень даже годненько. Для ПК видны недочеты того, что игра изначально как раз на мобилке. Тех персонажей будет зоны своего цвета? Нет, мне кажется, нет, не знаю. Бакатэши с ресапчиком 24, спасибо большое за поддержку, спасибо. Спасибо, спасибо за поддержку. 22-й год получается, да? Ого. Че еще враги, да я с этим-то дрался всю жизнь. Че вот попа... Вот как мне, блин, понять, где там враг спрятался за этим грузовиком? Okay. Лиза всегда с нами, да. Так, глазки закапать сейчас, минуточку. Взял... У крокодила были зеленые ниндзя, желтые у роботов голубые. Ты про порталы? Хз. Бонус награды, мини-босс. Давай попробуем. Блин, меня очень байтит эта сложность. Очень байтит. Прям гигабайт какой-то. Гигабайт? Ха. Ну вы поняли. Grab scrap while you can.
Ну как хорошо, что они просто вместе встали и все. Блин, надо было все-таки с особой атаки яд накладывать, чем с базовых. 25% шанс прям не работает. Ну, камон, ну чуть-чуть, микрожадность просто. Причем я надеялся, что у меня все еще не УЯС висит. Получил монетку. Вот эти монетки, видимо, в первый раз где-то юзаются. Мастерство. Урон особой атаки. С 15 ко всему наносим урон. Особое оружие наносит тут ромский. 20. Аж 20. Звучит сильно. Как будто бы. Это же не замена вилки, нет? У меня все пассивки, у меня не взята способность. Я, честно, до конца все еще не понял, как именно и работают вот эти вот. Какая из особенностей? Бросить 3 сюрикена в области, а вилка... Так, ну пицца точно, и что здесь, ниндзя-абилки? У меня все еще взят ниндзя, шанс на двойной выбор, давай попробуем. Дуосы здесь есть, я первый раз вижу дуос. Урон ударного рывка увеличен на 1 от максимального здоровья врагов. Ха, прикол. А, осталось найти ударный рывок, который будет наносить урон каким-то образом. Окей. Применить легендарную череп... А, это, ну, может, Лего? Ну, как будто бы дуос все-таки. Вот эти желтые спавнятся у элитной тенки. Станется, за счет утромского урона Кьюшка начала дамажить в целом. Вот бы она еще тоже какой-нибудь дот накладывала, да? Самый электрический. Да, Кьюшка умеешь с main damage. Получается. Врагов так мало хп. Я так жадничаю на мету, всегда болты беру, потому что хочу пройти. Маленькие союзнички. Есть. Прикол. Когда дэш от тебя не туда, куда ты хочешь, чтобы он тебя дэшил. To the door, mouse.
Окей, пойдет. Ну, тяжело, капец. Так, это ниндзя, да? Урон после рывка. Ну, мне нужен... В начале рывка вы бросаете сюрикен, но он не наводится, он... это слабо. Возьмем уклонение, может как-то поможет. Мне нужен какой-то милишный урон от рывка. Сюрикен я во врагов кидать не хочу. Босс, да? Не-не-не, я не буду тебя усиленно брать, ты капец какая жесткая. Я уже дважды не прошел, и как мило, не думаю, что нам... Вам нравится веера черепахи. Ну да, выглядит неплохо, и быть ниндзя помогают. Ну конечно, здесь Тессен это древнее оружие, хотя ваша слабоумная пародия на сенсей вряд ли учила вас такому. Ага. Не помню такой атаки, кстати. It's okay. Ага. Забавно, вместо сюрикена она теперь вот этим огнем, вернее, кунаев своих, она теперь огонь раскидывает. То есть у нее есть другая вариация босса. Норм. Хм, прикол. Ярость. Тости. Да, обычная версия, конечно. Не та безумная, которую мы увидели два раза уже. Очень горячо, да. Капец. Раскидывает говно под себя, ее бить нельзя. Она под себя срет огнем. Ну как бы. Да в смысле? Подруга, ну хватит. Вариация с сюрикенами в разы проще, чем это. Ну и чё? Да помри уже. Да. Край определенно опаснее, чем Шреддер. Ну, обычно, да, мистическую Карай я только что победил. Хм, интересно, ладно. Ну да, это вторая вариация получается. Что за это даже ачивку дали.
оценку игры. У меня уже есть она в табличке. Вы можете в табличку пройти, посмотреть. Типа, игра неплохая, но из-за технического исполнения, из-за того, что она изначально вышла на мобилках, поставил шестерочку ей. Что-то между шестеркой и семеркой, на самом деле. Эй, привет, Кейс. В городе, по-моему, преступников. Вот как. Кстати, а тупой еще тупее куда делись. Бибоп и Рокстейс запрыгнули в загадочные порталы. Да, сбежали, мы даже не успели им навалять. Чертовы футы, всегда сбегают, стоит раскачать тусовку. Странная тут тусовка. Сначала мы дрались с Бибопом, Рокстейди и кучей стокмановских полицейских маусеров. И не успели оглянуться, как маусеры начали нам помогать. Но мы думаем, что они помогают. Может, маусеры просто заглючили? Но если они из-за глюков по двум болванам вместо нас стреляют... Я думаю, пусть глючат на здоровье. Согласен, маусеры друзья навеки. Ложиться на их было бы нашей ошибкой. Бежлоб и Пукьетти. Еще обязательно вернуться. Ага, как скажешь. Кажется, вторая атака наносит 10 от Ромского. Ромский плюс 30, урон особый. Дает Ромский. Вот, качество исполнения игры, конечно, так себе. Ну вот, сложности-то завезли в целом. Да, урон я... Почти не... по 46 от обычного моба. Ну, он как бы как будто бы элитный, но... Sweet sorrow. Так, вы что, так далеко? Да помри уже. Автоматический сбор награды. Сложно и плохо выполнено управление, это все же раз. Нет, здесь именно плохие вот анимации. Вот смотрите, вот я вхожу. Видите, вот просто как это выглядит. Это странно. Я именно об этом сейчас. То есть здесь есть возможность, да, врезаться в какие-то препятствия. Модель к персонажу куда-то улетит, куда-то подвинется, туда-сюда, вот это вот все. Видимо, это из-за движка, наверное, из-за того, что игра изначально была на мобилках. Смеешься с чем-то еще можно связать. Которые играли в это на сенсор iOS. Играли. Ой, блин, улучшите оружие. Здесь гранат на самом деле довольно сильный. Шансом поражает жижей. Например, секунды неуязвимости. Ну, 0.4 это прям очень мало. Как будто бы 5% халявного доджа помогут больше. Я, по-моему, ни разу не видел двойное это благословение. 112 хп, ну, естественно. Хоть новое оружие. Выносите 8 струн водой ближайшим врагам отбрасывает попавших. Pleasure, да, на выбор при выборе у тромских. Да, попробуем. Кстати, я уже могу их улучшать. А, нет, 190 пока не могу. Че по проклятиям? Ничего. Игры нет на андроиде, по-моему, только на iOS. Я не ушел. Wowzers!
хорошо, когда враги бьют одновременно. Фига, у него какая-то атака новая. А, хотя не, наверное, не новая, я помню. Монеты, хлам, хлам. Хотя, скорее всего, я проиграю здесь. Я не буду тоже брать усиленных чуваков. А вот усиленную элитку можно взять ради ачивки, ради какой-то вот этой красной монетки. Так, а что два белых вот этих вот, да, чувака? И нам везет, пока они дерутся с крысами. Единственный минус то, что в нас что-то тоже может прилететь. Я им вообще урон не наношу. Я не знаю, как бить вот эти две элитки, типа. Типа, я подхожу, кидаю чуть-чуть тычек и... Что дальше? Крысы их им явно урона не наносят. Ага, они еще и ко мне бегут, боже мой. Я думаю, что если они по мне попадут, они мне снесут, ну там, 70... Как же не хватает меты или второго игрока. Да. Ну, скорее меты. Раз там еще откроется еще второй вид меты, да, который мы еще не видели за эти монетки. Пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу. Рандомный бомж попал на 13. Жесть, тут тусич, конечно. Да, крысы не прекращаются, не вообще не заканчиваются. Фу. За эти тостеры я бы поиграл с тостером в нее, кстати. Реально, кооп посмотреть было бы неплохо. Только, естественно, на моем сейве, потому что здесь возвышение, все дела. Порталы открыты, Шреддер. Хотя, ну или ему, может быть, стоит хотя бы разочек пройти игру перед тем, как коопить. Тостер, Тидж, Варвар. Ну, вчетвером прям тяжело собраться будет. Тостер, Тидж, не знаю, Варвар. Да и хз, захотят ли кто-нибудь еще. Интересно, Тостеру нравится вселенная черепашек? Как будто бы фанат каких-то старых вселенных таких. Когда на РГГ играет, по крайней мере. Ну там Робокоп ему нравится, точно знаю. Не знаю, насчет черепашек. Ладно, битва простая, но капец, конечно, долго. Ну, они по 23 бьют. Ну, ау. Не прокнуло. С несколько тысяч урона могут одновременно попасть, да? Расслабился.
Как же я устал-то? Боялся, что попадет по мне. Ну такая битва на измождение. Видел 6. Вот что за подлаги? То вправо прыгает, то влево прыгает. Изнеможение? Измождение? Как я это сказал? Русские слова я хорошо знаю. Так, один чел есть. Пу-пу-пу, пи-пу-пу-пу. Мини-босс больше не рыпнется. Хорошо, завершить войну в городе. Битва с кланом Фут на высокой сложности. Хорошо. Заряды особой атаки нет. Это на кьюшке, да. Шансы крита, урон крит удара. Шанс крита при особой. Да, крит возьму. Черепахом быть на ми. Блин, не знаю на самом деле. Вполне может быть. Они проще Хейдеса и в целом приятно играются и смотрятся, мне кажется. Может быть, может быть. Всю прошлую битву почти не получал урона. Здесь просто зашел, минус все хп. Еще один чел. Сколько примерно базар? Ну вот один забег надо добить. Здесь еще две локации. Вот это и... Ну, к концу этой мы уже почти подходим, как будто бы. Чаще не уезжать. Расслабился против элита, как репочки насували. Да. Куча сюрикенов. Еще куча сюрикенов. Ты что-то не веришь, что тут 7% шанс на пиццу после их убийства. Сора, привет, здравствуй. Сейчас смотрю коробки. О, будет зависеть от количества игроков. Ты знаешь, не удивлюсь, если нет. Понял. И как вы мне предлагаете это убивать? Все засрали.
Два робота безумно срут на экран. Как плохо. И откроешь? Ладно, сейчас. Дизайн на моей страничке, таблички, 150 пройденных рогаликов, кстати, забавно. Сколько недель еще заполнять придется? Уже все заполнено. Клево. Получил урон из-за того, что отходил и как бы... После паузы, конечно, минус воскрешения. Да, конечно. Ну и возвышенец тут. Это не последняя битва. После этого мини-босс. Не, уже прям сам босс должен быть. Окей. Хилка. Надеюсь. Блин, нам нужен предмет, как у этого. С ХП. Тут ромы. У меня какое усиление взято на них? Водное. Не, подожди. Не оно взято. Двойной выбор. Чего, кстати, здесь 12%? Я же его не... Стоп, я его случайно улучшил, что ли? Я его, походу, случайно улучшил, потратив монеты, которые на мета нужны будут. Класс. Теперь придется только с утромскими силами играть. О, эффекты. Вот это вот электричество. Сейчас будут с кьюшки настакиваться, и это хорошо. У черепахи сложнее Хейдеса. Ну, в какой-то степени. Я не буду брать их усиление, это жесть. Я их и обычных-то, может, не пройду сейчас. Мы сдаваться не забираем с черепашкой, потому что нам Карай не разрешит. Карай? Вот что, под каблуком у той вредной властной старушки, или как? Йоу, Карай не старая. Ну ага, ну властная, это да, Рок, надо признать. И вредная. Еще глупо, если думаешь, что два перекачанных болвана смогут нас остановить. И не зови босса, глупый дурак. Нечего быть таким злым. Да, это Карай положено. Понял. Типа, у них урон сейчас по 10. Я думаю, если бы это было сложное испытание, у них бы урон там был по 30, не знаю.
Все, сбегаем, понял. Здорово, Бивер. Здорово. Они взяли уроки борьбы у Сплинтера, да. Дерутся, как крысы вдвоем. Я-то один вообще-то. Чего вообще просто вот обычный робот просто вписал мне на 50, по-моему. Вот этот, который с щитом. И я не видел, что он меня туда бьет. Не, я все, я мертв. Я ничего не могу здесь сделать. Я просто ничего не могу здесь сделать. И я понимаю, что, ну, типа, их же, по идее, бессмысленно убивать. Потому что появятся новые. Ну, по-моему, это здесь так работает. Ну, скорее всего. Ой, жесть. Это про что игра? Здорово, это как Хейдес, только... Только про черепашек-ниндзя. Последние хпшечки пошли. 7. Да, боссы бьют. Боссы бьют по 7. Маленький робот элитный вписал 47, по-моему, 45, что-то такое. Ладно, буду стараться до конца. Да. А, в смысле, оно бьет в любой момент, а не только когда расширяется. А не в конце каким-то гигалучом, который расширяется. Видимо, нет. Фух. Сора, это уже возвышение. Не, это было возвышение 3 примерно. То есть даже не первое. Чтумаков от Бибопа и Рокстеди, или слушать, как они уделать после этого. Что хуже, одно не исключает другого, Раф. Нет, учитывая, как нас разнесли, у них есть полное право над нами смеяться. Ну, хоть кому-то весело. У меня панцирь до сих пор зудит после трепки. Да, я готов навострить туда лыжи. Нужно сказать этим гадам пару ласковых. Вот они, синие монеты. Ну, давайте посмотрим, насколько сильна мета за монетки грез. Плюс к шансу найти черепашью силу в наградах локации. Сильно. Начинайте каждое происхождение с одним реролом. Плюс 2 шанса найти черепашью силу второго уровня. Понял, понял. Получите 25 хлама в начале. Ну, 25 маловато за 30 монет, как будто. 25 шанс, что бонусная валюта применится ко всем наградам локации. Плюс 15 шанс выполнения хлама после победы. Меты дохрена. Ух. Интересно. Двойной шанс на двойной выбор черепашьей силы. Ну и все, походу, да? Да. Лечение эффективнее, немножко скорости, макс хп. Что здесь? Урон негативных эффектов, через которые я постоянно стараюсь играть. Просто урон оружия. Урон особой атаки. Шанс на шквал ударов, кайф. Мы не жалкие букашки. Да, мета просто жесть. Причем... Все можно вкачать. Просто все, да. Блин, я теперь хочу пройти. Мне прям, во-первых... Ну, во-первых, мне прикольно то, что сложно стало.
Синий это навсегда тоже. И вот это навсегда, и вон то навсегда. Супер мета черепашки, да. Жестко. Кайф, хорошо побегали. Хорошо побегали. Мне понравилось. Пойдем побазарим. Пойдем побазарим-ка.